Доброе утро, мальчишки. Все уже собираются, попили чай. Ты пил чай, Афонь? Да. Афоня молоко. Или он и чай пил? Пап? Он молоко и чай. Одета одухова. Да, шортики. Пойдут в штаниках, но я им еще дам шортики. Если будет жарко, то они там переоденутся. Ну, так жарко. Я не знаю, будет так сегодня жарко? На воскресенье, знаю, там до 40 передают. Жара? Жара, жара. А я тебе сейчас одену на эту ногу. На другую. Ты ж смотришь, что ты делаешь, или ты даже не смотришь, Афонь? Ну, стальцы-то, тебе ж неудобно. Афонь, сядь на землю и одевай нормально. А то мне сесть хочется. Тебе сделать? Давай. Конечно, он тебя перекрутил. Обувайся пока. Фонька уже все, собрался. Сейчас Антоха обуется. Ну что, сегодня хорошо. Небо такое голубенькое. И иду открывать ворота. Грязь, конечно, сейчас везде. Вчера был такой достаточно сильный дождь. Тут все повалило, все цветы. В общем, грязь такая сильная. Я собрала сейчас урожай на огороде. Огурчики уже свои выросли. Кабачки. Сейчас будем еще рагу делать. А 3 на 9 равно 30. Ой, 3 на 10. Я путаю. Угу. А 3 на 9? 3 на 9? 37. Ой! Гриш, не надо себя бить. Да, блин. 20. Иди еще чуть-чуть подучи. Иди, чтобы без вот этого. Ты же не будешь в школе, блин, рассказывать? Чуть-чуть. Вот, иди чуть-чуть. Ну, прости, я... Иди, иди. Я сейчас тебя перепишу. Давай. Так, сейчас будем делать рагу. Все овощи намыли. Найсер, дайсер. Сейчас еще поставлю. Ты видела? Я у меня упала. Я, в общем, режу на порционные кусочки. Все, ножом достаточно толсто, потому что мы режем, покажи, на больших квадратах. Ложи ровненько. На вот этой насадочке мы режем. Все толстенько, потому что были... На кубики нужно все толсто и резать. Давай, все режь и высыпаем все вот в эту форму. Поняли? Как будет полное? Вот так вот делаю. Первую партию мы высыпали. Теперь Гриша продолжает. Гриш, иди мой, клади. Прям так, в общем, здесь целая гора кабачков. Картошки не так много, потому что... Сейчас покажу. Мы копали картошку, и вот здесь вот есть такая вот мелкая. Я ее замочила, сейчас хорошенько ее помою, и вот прям целиком в кожуре ее тоже туда же добавлю. Вот. Так что Григорий продолжает. Уничтожать. Готовить. Кирпичики, да? У меня тут курочка отдельно соленая, перченая. Просто я на доске ее раздела здесь целую курицу, посолила, поперчила. Теперь она... Стоит. Отдельно овощи тоже посолила их. Вернее, сейчас их посолю, поперчу. И потом все вместе с курицей, со сметанкой. Немножко еще сливочного масла кусочки вот так положу. Что вот, кусочки курицы, сливочного масла немножечко. В общем, со сметаной все. И лук, чеснок. В общем, все это теперь отправляется в духовку. Примерно на час, может быть, немного больше. В общем, буду следить за мясом и за вот этой картошечкой целенькой. Потому что она... Будет дольше всего запекаться. Сейчас буду мыть петрушку, потому что после дождя, в общем, она вся грязная. Вот здесь вот листики в земле. Так что сейчас буду ее мыть. Это вот, вот эти вот пучки я уже намыла. И вот вода здесь очень грязная. Поэтому сейчас меняю. В общем, одну коробку мою и воду потом меняю. Вот так вот. И здесь потом все вот стоит и стекает. Намыла я здесь уже петрушки. Получается 310 штук. Где-то по 50, где-то я потом докладывала в одной 60 коробки. В общем, но в основном мы по 50 вот в эти большие ложим. 50 пучков. Так, мы обедаем. Вот такой вот рагу получилось с курицей. Сейчас они это слушают, завтра они... Так, ну что, мы пообедали. Сейчас идем вязать, продолжать. У нас, в общем... Я тут смотрела наедине со всеми, с Николаем Лебедевым, даже не знала, кто это. Оказывается, это режиссер, который снял «Легенду номер 17». Что там еще про самолеты? Вот был фильм в кинотеатре.
экипаж, вот как назывался. Вот у нас, в общем, у Григория сейчас такая схема. Распорядок дня. Он до обеда делает все, ну, что я ему даю задание, да, то есть вперед, когда было сухо, он рвал ягоды. Сейчас он в комнате наводил порядки, выучил таблицу умножения на 3. Что еще сделал? Почитал. Не писал, правда, еще сегодня. Вот, и в 12 он может идти в компьютер, в интернет или в телефон, куда, в общем, он захочет, что там будет делать, пока на улице жара. В обед вообще очень сильная жара. Если не жара, то духота, в общем, погода шепчет. Лето же все-таки, мы же так его ожидали. Вот, и сейчас, в общем, а мы вяжем. И рагу у нас осталось на еще и на ужин. Слава богу. Так что я поэтому и делала огромный-огромный противень, чтобы осталось на ужин. Детки в основном выбирают кругленькую картошку. Афоне вообще, в принципе, рагу понравилось. Грише не особо. Он доедал супчик. Вот там еще капелька осталась. Я его перекипятила. Вот. Афоньке понравилось рагу. Антошка тоже ест картошку и мясо. Еще одна упаковка резиночек закончилась. Это вот здесь даже ценой 440 рублей. Вот такие банковские резиночки 30 миллиметров. Здесь их 4275 штук плюс-минус. Мамулечка еще один достает, да, мам? Да. Вот еще. Тоже 440, да? Угу. Это даже у дядли, у него в магазине, да, они продаются? Да, да, да. Сейчас он стал завозить, да. Что это тут сына делает? А что это ты перед карате решил позаниматься? Да чтобы пресс, если что, не пробили. Да? Ну давай, я пошла мыться, зайчик, и поедем. Нам уже не к 6, а к 6:30. Да. 30 раз так, уже 20 сделал. Угу. Так, ну что, все, я выключаю телевизор. Сейчас уже поедем с Гришей, 6:20. Я уже говорила, да, что тренировку перенесли. Она уже не в 6, а в 6:30. И поэтому все, я обмылась после вязания. Сейчас поедем. Накрутила здесь себе дулькин хвостик. И чтобы ничего не мешало. Не волосы. Не отвлекала меня от бега. Блин, мне так нравится бегать. Вообще. Это прям какой-то реальный адреналин. И прям мы неделю не бегали. Это было прям ломка. Так, все. Сейчас еще воды нужно с собой взять. Так, навязали мы тут. Тут, по-моему, сегодня в школе выпускной у 9 классов. 25-го был у 11 классов. В Доме культуры у нас выпускные в школе. Так, ну что, мы с Григорием уже приехали за детьми. Их тетя Вера сегодня забирала. Так что мы идем их теперь тоже забирать от тети Веры. Из садика Вера их забирала. Так что идем. Привет, моя красавица. Большую пачку чипсов. Кому? Мне и Антоше. Мне и Антоше. А мама мне разрешила с вами поехать. Да? Ага. Куда? Ну, мы на машине. О, так, заходим, заходим все. Я закрываю пока калитку, хорошо? Девочки и мальчики мои любимые, пошли. Пошли. Что? Тетя Вева дала? Да. Как прикольно. Негодяй. Что? Что тут, Маргарит, что тебе показать? Там что, хлеб, колбаска. Завтра нам на завтрак будем завтракать, да, сынок? Сегодня давайте одно съедим. Да. И что покушать? У нас там рагу. Рагу. Нет. И йогурт с малиной еще. Пошли. Йогурт! Я йогурт с малиной! А я... Что там? Рагу. Рагу я буду. Йогурт с малиной. Ты йогурт с малиной? Я не гонник. Моргает. А у нас тут мясо будет сейчас, я же не его мариновать. Здесь около 10 килограмм, 10, наверное. В общем, здесь антрикот порезанный, получается, на две части. Вот, Антон Сергеевич уже лука принес. Я не знаю, кто его будет резать. Родня хочет попробовать нашего рагу. Родня, все, что от него осталось. Ну, это, может, еще кто-нибудь отгрызет. Родня, возьми нормально, съешь эту нож. Так,
Сержуня мариновать будет это. Что у нас тут? Лук, который, блин, заходит в глаза очень. Лаврушка, да? Угу. Все, и соль, и перец. Да. Так, ты подальше отодвинь, а то сейчас она как хэпнется. Не, кусочки хорошие. Хорошенькая, ну да, красивая. Угу. Это вот динское мясо по 210 рублей, да? А что здесь, антрикот или такое? Антрикот с ребрышком. Ну, хорошее мясо. Как ты? Тут режешь мясо, все. Соль, перец, да, лаврушка еще? Да, я чуть-чуть сейчас буду уксусом брызгивать. А чуть-чуть, ну да, мы любим с уксусом. Ну, я люблю так постарить. Поставим, может, чуть-чуть пожестче, и это... Вована подстригли. А это что такое здесь? Вован тут вам шоколадок попривезил. Так, дети, давайте сразу, чтобы я этого всего не видела. Пока-пока. Афонечка, убери, пожалуйста, все. А Афоня хочет тоже подстригаться. Да? Ты хочешь подстригаться? Да. Подожди, сейчас я туда Вована проведу, хорошо? Пока. Ну как, не, если да. Не, покажи. Снять пришлось полку. Да, для бутылок. И надо ж крыть. Да, тут лук нам это. И тогда помещается мисочка в холодильник. Надо шу. Давай пищевую пленку, а то мы там все от лука. Просто это. Даже никто не хочет открывать холодильник. Все, обрезать. А, ты сразу без обрезки. Да, ты чуть сбрызгивал уксусом, да? Ну да. Лук, соль, перец и лаврушка, да? И все готово. Здесь сколько? 10 килограмм мяса. Ты говорила, тут чашечка маленькая. Да, я что-то не думала, что это так. Так, тут лука две миски. Тихо. Подожди, что-то не то. Ушла неправильно. Это вот тут. Ну, что, подожди. Почему она пошла неправильно? Подожди, давай я. Ты что, выпросила Афонька подстригание? Сейчас будешь подстригаться? Да. А кто еще будет подстригаться? Папа. Нет. Кто еще? Да. Антоша? Да. Даже Антоша? Антошка. Ну, Антошка. For all the times that you ain't at my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my